И сегодня это у нас не просто покрывало. Сегодня это сенсация. Ведь у нас полный комплект в едином дизайне. Срочно, бери, быстрее, с двух сторон. Сейчас смотрите, запомнили? Смотрите, это покрывало. Дальше взмахиваем, хоп, это комплект постельного белья. О нем чуть позже. Бежим сюда. А это комплект портьер. И все в идентичном ансамблю. Понимаете, да? Такого в магазинах вы точно не найдете. Вам никогда не предложат комплект постельного белья, идентичный по дизайну со шторами. Да тут еще и покрывало. Этот ансамбль сегодня для вас за 4799 рублей. Это не только шторы, это еще и покрывало и комплект постельного белья. Это 9 предметов. Оля, я тебе больше скажу. Это 9 предметов, но это еще и не один образ вашего дома. Итак, давайте знакомиться с покрывалом. Мы видим одно покрывало, но по сути мы получаем сразу 3 образа вашей кровати, вашей спальни, вашей гостиной. И просим общий план для того, чтобы мы продемонстрировали всю красоту. Подожди, закрываем глаза, все как всегда. Закрыли? Не подсматривайте. Все. Так. Все, мы готовы, открывайте. Оп, и смотрите, видите? Второй образ. Как будто другое покрывало. Закрывайте снова. Закрыли? Так, все, быстрее. Кручу-верчу, третий образ получить хочу. Так, смотрите. Открывайте. Видите? Как будто бы опять другое покрывало. Это несколько настроений, правда? Да, действительно, целых 3 настроения у одного покрывала. Предлагаю, Олечка, еще раз его перекрутить. Так, вот он, третий наш вариант. Все, мы насладились. Но давайте еще, Оль. У нас есть такой шикарный размер. Евромакси. Ваша кровать будет выглядеть поистине по-королевски. И это не просто покрывало. Это полный комплект. Да, покрывало, шторы и комплект постельного белья. Товарищи, сегодня заказывая набор в спальню под названием «Сладкий латте», вы получаете покрывало, комплект постельного белья, сейчас его рассмотрим, и комплект портьер, да? Смотрите, мы сейчас тоже его рассмотрим. Всех интересует блеск нашей новой спальни. Ну, действительно, прям такая роскошь у нас здесь, да, царит. Что это за материал? Оль, ты правильно абсолютно сказала про роскошь, потому что это действительно роскошь, но доступная каждому. Это самое элегантное и торжественная ткань во всем мире. Это у нас, Олечка, шелк. Но только шелк непростой. Это декоративный шелк, над которым ученые трудились целых 200 лет, чтобы каждый мог наслаждаться этой роскошью и красотой. Ну, ты знаешь, Оль, я думаю, что многие сейчас вспомнили свои шелковые блузки, да? Хочу отметить, ученые здесь постарались. Они постарались, чтобы роскошь стала практичной, шелк стал практичный. Теперь он не линяет, не дает усадок после стирки, не выгорает, что очень важно. И посмотрите, подойдите поближе, посмотрите. Вы видите, покрывало у нас стеганое. Но здесь нет ни единой ниточки, ни одной. Оль, видишь? Нет ниток, но стежка-то есть. Стежка есть, ниток нет, потому что это инновационные технологии в мире текстиля. Эта стежка называется ультрастеп, где нет ни единой ниточки, а значит, зацепить ее невозможно. Вот так, это еще и качество, это еще и потрясающий материал, который прослужит вам долго. И это не только покрывало гигантского размера, а это целый набор. 4799 рублей. В эту стоимость входит и комплект вот этого постельного белья, который мы сейчас с вами рассматриваем. И портьеры, и покрывал. И портьеры, и покрывало, и комплект постельного белья, и все это роскошь, нежность шелка, которая украсит ваш интерьер, сделает его таким изысканным, таким торжественным. Вы создадите поистине эталон стиля в своем доме. И главное, что вы это можете сделать в спальне, в гостиной. Оль, ну за такую цену надо брать 3 комплекта как минимум. Катя, если бы я увидела в магазине за такую стоимость вот это покрывало, я бы его заказала бы себе, купила бы точно, потому что такое большое покрывало в магазине столько и стоит, ну даже больше. Давайте представим, давайте вспомним ощущение, когда мы прикасаемся к шелку, когда шелк окутывает нежностью наше тело, просто ласкает его. Невозможно передать это чувство. Это нужно прочувствовать. Каждая женщина должна насладиться такими ощущениями хотя бы раз жизни. Давайте еще раз, смотрите, это пододеяльник, простыня, 4 наволочки, покрывало
и комплект штор. Это целый набор по цене 4799 рублей. Так, Оля, очень важная деталь на нашем комплекте. Ведь мы получаем не один комплект постельного белья, да. Мы получаем два комплекта постельного белья. Просто однотонного белого цвета. Насладились. Хочу отметить, что белый еще и наполняет нас во сне энергией. Это мой любимый цвет для сна. Здорово. Безумно его люблю. Хочу сразу обратить внимание на люксовые детали. Угу. Ведь это все-таки шелк, это роскошь. И она в каждой мелочи должна быть. Итак, наш комплект за такую доступную цену. Пододеяльник, все четыре наволочки еще и на молнии. Давайте посмотрим. Вот она, молния на всех наволочках, на пододеяльнике. Это дополнительный ваш комфорт. Также, например, пододеяльник мы не порвем, да, когда он на молнии, ничего не будет забиваться. Итак, посмотрим. Вот она, молния. О, здорово, это очень удобно. Конечно. Сама понимаешь, да? А, вообще, это действительно только в люксовых комплектах есть молния. Она тут в каждой детальке. Выбирайте для себя свой люксовый комплект. И не забудьте, что в комплекте вы получаете не только королевский набор, да? Итак, две наволочки размером 70 на 70, две наволочки размером 50 на 70, пододеяльник и простыня. И все это с молнией, все это люксового качества. Из чего сделаны? Это у нас шелк, декоративный шелк. По цене на экране вы, конечно же, приобретаете не только эксклюзивный комплект шелкового белья, вы приобретаете еще и шелковые шторы, две портьеры в идеальном, посмотрите, идеально сочетающиеся с комплектом постели. Белья и покрывала. Так что, друзья, это целый ансамбль. Я посчитала 9 предметов. 4799 рублей. Мы видим одни шторы, но нет. У нас будет два образа вашего дома. В моей спальне висят точно такие же шторы. Именно поэтому я высыпаюсь, ведь они блокируют солнечный свет. Но что я сделала? Посмотрите, Оля. Да. Давай колдовать. Давай. И, внимание, внимание, смотрите, оп, оп. То есть, получается, можно и внутреннюю сторону использовать шоколадную. Абсолютно верно, я так, Оленька, и сделала. Я перевесила портьеры местами, у меня середина шоколадная, при этом интерьер очень светлый, но середина блокирует солнечный свет, дневной свет, и я высыпаюсь, я наслаждаюсь своим сном. Как это важно, ведь залог здорового сна – это наше самочувствие, это наше состояние, это наше счастье, это наша жизнь. Это отличная цена, 4799 рублей. Портьеры? Да. Покрывало? Да, это целый комплект, плюс еще и постельное белье. Оль, знаешь, что мне нравится? Я тебе говорила о том, что данный комплект висит в моей спальне, украшает мои окна, но огромный размер. Согласитесь, как часто бывает. Мы начинаем гладить, да, допустим, постельное белье, либо шторы в одном месте погладил, начинаешь гладить следующее, это уже помялось. Здесь такого не будет. Я погладила данный комплект, Оля, за 20 минут. Ух ты! Несмотря на этот величественный размер. Потому что все, я прогладила, и оно абсолютно не мнется. Ну что ж, вы видели, друзья, изумительное предложение. Не мнется практически. Создает потрясающий новый интерьер. Но самое главное, вот где вы видели, чтобы шторы были в тон покрывала, это еще ладно, можно поискать, и в тон постельного белья. Понимаете, все в едином стиле.